расстреляли азербайджанского криминального авторитета Заура Алиева по кличке Зайка в зоне проведения специальной военной операции. Алиев отбывал большой срок, записался в частную военную компанию «Вагнер» и был убит пригожинцами при попытке сбежать. В 2016 году Заур Алиев был приговорен Мосгорсудом к 18 годам лишения свободы за разбой, похищение людей и вымогательство. Находясь в колонии, Зайка написал заявление о своем желании вступить в частную военную компанию «Вагнер» и участвовать в специальной военной операции. Его помиловали, отправили в составе пригожинцев на фронт. Однако потом решил сбежать. По словам источника, бойцы ЧВК быстро поймали Алиева, и он был расстрелян. Напомним, что в 2014 году сторонники известного покойного вора в законе Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули, отбывающего тогда тюремный срок в Азербайджане, подвергли жестоким пыткам Зайку. Причиной этого стало то, что Заур Алиев, еще будучи на свободе, позволил себе оскорбительные выражения в адрес Лоту Гули. Арест Заура дал возможность врагам осуществить задуманную месть. Так получилось, что Зайка оказался в одной тюрьме с людьми Лоту Гули, и они заставили его ответить за свои слова. Связавшись по телефону со своим главарем Лоту Гули, они получили распоряжение подвергнуть его пыткам. После продолжительных и жестоких пыток, Зайка попросил прощения за нанесенные им оскорбления. Все пытки были зафиксированы видеокамерой. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.